известная артистка России Надежда Кадышева. Это имя стало синонимом русской народной песни. У певицы миллионы поклонников в России и за рубежом. Любимый сын, любящий муж, собственный театр. Но не зря говорят, кого Бог больше любит, того сильнее испытывает. Несколько лет тому назад врачи вынесли певице приговор – рак. Операцию назначили на 7 апреля – праздник Благовещения. Случилось чудо. Надежду прооперировали, но страшный диагноз не подтвердился. Анализы показали – болезни нет. Врачи были потрясены. Можно было спокойно работать дальше, но у Надежды началась тяжелейшая депрессия. Такую болезнь она видела еще у своей мамы. Нервное расстройство свело ее в могилу. Спустя годы такая же депрессия закончилась смертью родной сестры. Теперь и Надежда оказалась в шаге от смерти. И тогда ей на помощь пришел муж. Александр перечитывал горы литературы. Он упрямо искал новые способы лечения. Врачи опустили руки, а муж продолжал бороться. Думаю, то есть вот когда вот говорят, хранимое Богом, хранимое там Всевышним, это абсолютно правильно, абсолютно есть. Но, наверное, когда энергия, любовь, дело твое вместе совмещены, тогда то есть вот, и Бог помогает. Сейчас Надежда Кадышева полностью излечилась. Воистину, одно есть на свете лекарство – великая и самоотверженная любовь.